Проставлены приоритеты развития Саратовской области. Каким отраслям в регионе будут уделять особое внимание, решали на форуме в Балакове. Там были предложены новые подходы по ведению бизнеса и профессиональной деятельности в сельхозсфере. Какие именно, расскажет наш корреспондент Александр Блонский. Саратовская область набирает силу. В регионе делают упор на развитие инвестиционного потенциала. Об этом заявил Валерий Радаев, подводя итоги прошедшего в Балакове форума по развитию региональной экономики. Приоритетное направление – создание цифровой экономики, которая придаст импульс нашему бизнесу, сделает его более динамичным, мобильным, конкурентоспособным. Продолжая расширять поддержку малого и среднего бизнеса, о чем здесь коллеги говорили, за счет улучшения инвестиционного климата, снижения административных барьеров, повышения качества и доступности госуслуг. Мы должны ориентироваться на новые подходы. Речь о создании бизнес-модели на основе массового внедрения передовых технологий, о чем говорит Владимир Путин. Несмотря на очевидную необходимость развивать и поддерживать новые и передовые направления и сферы экономики, нельзя забывать о фундаментальных и базовых. Прежде всего, это касается агропромышленной отрасли. Губернатор рассказал о том, что собраны 100 тысяч тонн зерна, уборочная набирает обороты в 14 заволжских районах области, и отдельно отметил успехи земледельцев и сельхозтоваропроизводителей Балаковского района. Не случайно, что работа секции форума проходила на площадке одного из ведущих сельхозпредприятий региона, агрокомплекса «Волга», при поддержке одного передового профильного вуза страны СГАУ имени Вавилова. У нас действительно хорошие тенденции за последние годы развития. Но и вопросов еще остается немало. И в части финансирования, эффективности использования поддержки на развитие сельского хозяйства, и кадровое, и научное, и законодательное сопровождение, и развитие всех форм собственности, так сказать, и малых форм собственности, и крупных предприятий, порой не в равных условиях и так далее. По мнению участников форума, главная его задача – максимально услышать друг друга, сформировать разносторонний подход к выработке концепции роста экономики области. И мнение специалистов, прошедших школу СГАУ, может быть весьма ценным при подготовке поправок и дополнений в проект стратегического развития региона. Ведь Саратовский аграрный университет в рейтинге Министерства сельского хозяйства России занял первое место среди 54 аграрных вузов страны, выполнив все 20 критериев эффективности. Кстати, Роман Ковальский, руководитель агрокомплекса «Волга», где в рамках форума проходил обмен опытом, также когда-то был выпускником СГАУ. На пленарном заседании он озвучил основные тренды сельхозотрасли. Обеспечить продовольственной безопасности, решение занятости населения, обеспечение поддержки социальной сферы, развития территории. В продолжении темы продовольственной безопасности участники форума отметили важность развития мелиоративного комплекса. Также подвели итоги работы других секций, где обсуждались в частности формы поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для реализации инвестпроектов в формате государственно-частного партнерства. Александр Блонский, Олег Бирюков, Саратов 24.